Здравствуйте всем. Меня зовут Иван Кононов, я главный редактор издательского дома «Отечественные товаропроизводители». Это программа «Третье дыхание» о тех, кто добился в жизни многого, но не останавливается на достигнутом. У меня сегодня в гостях мой давнишний друг и коллега, тележурналист, медиа-менеджер Евгений Додолев. Здорово, Женя. Приветствую. Я рад тебя страшно видеть. Да, понимаю, нет. Что ты здесь сам, в общем-то, хозяйничаешь на своей программе, но здесь ты как гость, поскольку ты здесь не как телеведущий, а как человек, создавший историю машины времени. Так что, друзья мои, сегодня нам предстоит путешествие на машине времени. Вот посмотрите внимательно на эту книгу. Она так и называется «Машина времени». Всем поклонникам этой группы, Андрея Макаревича и его команды, которая видоизменялась за это время. Эта книга будет просто домашним чтением, очень интересным. Должен вам сказать, что я пожалел, что я раскрыл ее, Жень. Она почему-то продается запеленутой в целлофановую пленку. Да, потому что мне неоднократно в прямой речи и моих собеседников, и в моем тексте употребляется несколько слов, которые смущают издателей. Это слово «жопа», слово «мудак». Оба слова являются нормативными, они не являются нецензурными. Это грубые слова, которые, в общем-то, не принято употреблять в приличном обществе. Видимо. Но поскольку я никогда не принадлежал к приличному социуму, то я и слово «жопа», и слово «мудак», и другие слова употребляю, которые нельзя употреблять в эфире. Но издательство почему-то решило, что эту книгу упаковать так, как обычно упакуются книги с ненормативной лексикой, потому что у меня предыдущие книги содержали другие слова. То есть это которые... плюс 18. 18 плюс. Это 18 плюс, да. Вот в предыдущих книгах у меня действительно употреблялись ненормативные лексика, слова, вот, которые нельзя произносить вот здесь, в нашем эфире. Вот, но у нас эфир не запакован, почему запаковали книжку, для меня... Слушайте, но я считаю, что, друзья мои, вы еще скорее должны принять решение и срочно бежать покупать эту книгу, потому что она, по сути дела, запретная. Отчасти, да? Где еще увидишь слово «мудак» в этом смысле? То есть мудаков много, а слов мало. Где она продается-то? Ну, я так полагаю, что везде. Это издательство СТ, крупнейшее отечественное издательство, поэтому она должна быть во всех крупных книжных магазинах и в сетях. «Машина времени», я, кстати, только сегодня от тебя узнал, оказывается, ей в этом году, это как-то в голове не укладывается, 50 лет. Юбилей. Настоящий юбилей. Как такое может быть для, в общем-то, нашей группы, которая, ну, моя ровесница, по сути дела. Да. Я родился в 53-м году. Значит, когда она началась, мне было... Ну, ты 13 лет. Ты ровесник основателей группы Андрея Вадимовича Макаревича. Да. И как он смог 50 лет? Борзовы и Кавагоя, да, 50 лет. В 69-м году, в май, школьный коллектив, который до этого назывался «The Kids». Это московская школа? Номер 19. Ну, да. А какая она? Какая-то крутая была? Ну, да, это спецшкола. Спецшкола с усиленным, как это, с усиленным изучением английского. Она английская, короче. Как Макаревич из какой-то же семьи такой достаточно, ну да, у него, элитный, да? Да, у него папа был очень видным архитектором московским, а мама... врачом. Тоже, да, соответствующая школа. А он бунтарь такой в этой школе или нет? Ну, в общем-то, да, он был бунтарем и в школе. И в школе, может, в меньшей степени, но из архитектурного его просто слили. Уже потом. Да, он уже в статусе лидера такой полуподпольной команды «Машины времени» как раз. А группа как «Машина времени» еще по-английски она называлась, да? Да, название придумал Юрий Борзов, одноклассник Андрея Макаревича. И тогда были модные названия, которые и на английском бы звучали, на русском обязательно в множественном числе. И были предложены им «Летающие тарелки» и «Машины времени», «Time Machines». И оригинально вот группа называлась «Time Machines». Потрясающе. Да, потом она была переименована в «Time Machine», то есть одна машина времени, а потом просто стала называться по-русски.
Ну, самое интересное, что эта машина времени, Макаревич, она стала для нас, для всех, машиной времени, по большому счету. Угу. Согласен. Потому что она, вот скажешь, машина времени. Угу. И возникает сразу цепочка своих воспоминаний, ассоциаций, аллюзий. То есть мы не про фантастику думаем, да, а про конкретный коллектив. Вот да, для нас. Нет, да. Конкретный коллектив, который конкретно прошел через нашу жизнь, так или иначе. Да. Я практически как бы не ответил толком на твои вопросы, которые ты ставил передо мной по поводу машины времени, но я могу сказать, что для меня она, ну, тоже, естественно, оставила свой след, потому что я помню, что мы тусовались на Стромынке, это знаменитое общежитие огромное, где жил, кстати, Михаил Сергеевич Горбачев в свое время, да. И мой друг там вот учился в институте, и он там, поженившись, получил комнату отдельную, вот, и мы там тусовались. И туда приезжала машина времени, это было супер событие. Я не уверен, что там приезжал Андрюша Макаревич, они тогда как бы там разные были коллективы. Если машина времени, то это или, вот, или там был Андрей, барабанщик из машины времени, я не помню, ну что такое было связано с машиной времени. Но самое главное потрясение было для меня, это когда я услышал в глубокие советские времена марионеток. Да. Вот они, на мой взгляд, актуальны по сию пору, что мы все марионетки, и в общем, это было смело. Но, тем не менее, мне кажется, что вот как машина времени была подростковой группой, она до сих пор такой осталась. Вот по жанру, потому что она... без всяких выкрутасов, она простая, четкая, с такой, я бы сказал, подростковой даже лексикой. Вот мне такое ощущение. Ну, возможно. Поэтому она любима многими и жива по сию пору. А Андрей же пошел дальше, он создал там дополнительный свой какой-то коллектив. Да? У них у всех музыкантов группы «Машины времени» есть так называемый сайт-проекты, то есть проекты на стороне. Но ни один из них, по словам того же Макаревича, даже близко не может сравниться по раскрученности вот этого бренда «Машины времени», прежде всего в коммерческом аспекте, что даже если сложить их все вместе, нюанс Кутикова и сталкер Державина, и три коллектива, которые работают. Подгородецкий тоже что-то там пытается делать. Да, «Машина времени» – это очень разогнанный бренд, и в этом как бы сила, потому что вот, ну, как ты уже сказал, мы говорим «Машина времени», и мы не про книжку там думаем «Фантасты», и не про какие-то фильмы, а про конкретный музыкальный коллектив, который стал явлением, конечно. Ты знаешь, я помню первый раз, когда увидел Андрея, я никогда не могу сказать, что я был поклонником «Машины времени». Скорее, мой ребенок был поклонником. Опять-таки, это говорит вот о каком-то таком юношеском задоре этой группы постоянном. Вот ему, еще он был пацаном, очень нравилась «Машина времени», Андрей Макаревич. И когда я с ним впервые встретился, я понимаю, что он, естественно, не помнит обстоятельства этой встречи. Мы готовились тогда к фестивалю в ГДР, куда я тоже ездил. Вот. И меня потрясло его как бы изысканный стиль общения. Он при знакомстве щелкнул каблуками. По-гусарски, так, знаешь. Вот. И очень так, как это говорят, церемония такая была. И поклонился. Вот. Поэтому потом вся его вот эта вот музыка, песни как-то вот меня лично не очень трогали, если честно. Они, я вырос, что называется, да. Тот же Гребенщиков и его коллеги, они вот больше будоражили. Ну, сейчас обидно, наверное, было вот поклонник. Ну нет, ну что, на «Машину времени». Кстати, ты же сам был бунтарем, когда был пацаном, да? Ну, это как бы такой присущий возрасту. Мне интересен, души. Честно говоря, твой, поскольку у нас о тех, кто добился и движется дальше, ты все время добивался и двигался дальше. Третье пенсионерское дыхание. И когда тебе было там, сколько ты был подростком, ты же сотрудничал с Алым Парусом, да? Ну, мое очень условное сотрудничество. С Юрием Щекочекиным. Юрий Щекочекин мне дал
поручение, которое просто благополучно просрал. По-бунтарски или нет, но не важно. Ни одну заметку я не написал. Зато впечатление было. Впечатлений было много, но не один. Тебя послали на мою родину, вот в Ростов-на-Дону? Да, был такой, было движение тогда, как раз в 70-м году, делали такой. Отряды, трудовые отряды старшеклассников. Это аналог был студенческих отрядов, но туда не студентов посылали, а учащихся 9-10 классов. И под это начинание меня, мой отец, который работал в газете «Комсомольская правда», решил приобщить к журналистскому ремеслу, и меня послали в первый из этих отрядов, из московских школьников. Я сам был школьником тогда в Ростовскую область в лагерь. Вот, и был проанонсирован. А ты отбился шумом от рук-то. Да, ну я вот был таким, что называется, трудным подростком, поэтому портвейн, ростовские девчонки. Там, да, по казакам. Да, поэтому, в общем, ничего я не написал, подвел Юру Щекочихина. Вот, спустя много лет делал с ним интервью для «Взгляда», вот, поэтому как-то всегда мы были вместе. Додрик, ну я считаю, что тебя надо наверстать упущенное все-таки написать об этом, потому что ведь это же был… репортаж? Смотри, нет, мне кажется, что ты немножко недооцениваешь собственного вот опыта, в том числе журналистского и жизненного, который тоже, мне кажется, интересен и тоже является, по сути дела, некой машиной времени. А для тебя вот когда появилась машина времени в твоей жизни? Машину времени я школьником слушал, мы ездили на какие-то. Вот как раз совершенно… в те времена, о которых, да, мы с тобой вспомнили. Да, да. И я там всех знал, музыкантов, там и Фокина. В смысле, помню, знал про них? Нет, знал про них, конечно. Да. Они для меня все-таки в школе там этот год разницы на один класс. Это, ну, да, это целое поколение. Да. Это сейчас 3, 5, 10 лет разницы. В общем, мы все ровесники. Думаем одинаково, и на одних и тех же кодах, да, выросли. А тогда, как каждый класс, это было, ну что там для десятиклассника, семиклассника, это просто какая-то мелюзга, которую вообще замечать-то, в общем, недостойно. Поэтому для меня они были такими, в общем, музыкантами, вот как ты правильно употребил слово, бунтарями. В каждой песне искался подтекст, в каждой, да, песне искался какой-то двойной смысл, и позже выяснилось, что иногда он и не вкладывался. Кстати, интересно, что сам Андрей Вадимович считает, что первым суперхитом «Машины времени» была песня «Солдат». А я даже не знаю. А там такие строчки, что «я с детства выбрал верный путь, решил, чем буду заниматься, и вот никак я не дождусь, когда мне стукнет 18. Тогда пойду в военкомат и заявлю при всех, как нужно, что я в душе давно солдат». В общем, взяли на службу. Патриотическая песня. Но в этом был стёб абсолютный, потому что тогда косили от армии всех. То есть не поступить в армию. Что значит попасть в армию? Значит, ты не поступил в институт. То есть это был троллинг такой. Это абсолютный был троллинг, но интересно, что часть публики, там вот сельская, воспринимала это вот как такую действительно патриотическую песню, да, солдат. Да, да. А московское студенчество, продвинутые, что называется, они вот это ржали и вот с юмором. То есть, вот двойной смысл в первом суперхите, как выяснилось, был. Хотя некоторые до сих пор из машинистов это отрицают, но здесь я с Андреем Вадимовичем разделяю его позицию. И я уверен, что закладывался именно вот этот вот стёб. А ты никогда сам не играл там на гитарах? Нет, у меня я абсолютно лишён слуха, голоса и… Просто вот не далее, как сегодня утром, просто поссорился с сестрой Андрея Вадимовича Макаревича, потому что через отсутствие музыкального слуха, потому что она с очень ранней поры, со школьной, так, замужем за Валерой Ворониным, который в архитектурном тоже учился. А сестра Валеры Воронина, она подруга и всей семьи, и музыкантов, ей 64 года, так, сейчас исполняется, а у Beatles есть песня, ну, «When, да, I'm 64», «Когда, да, мне станет 64». И ребята решили сделать такой флешмоб, каждый поет по строчке. Она мне выделила мне пару строк. Я говорю: «Наташ, я не могу спеть». Она говорит: «Ну, начитай, хоть как». Я настолько лишён, ну, начисто, в отличие от тебя. Вот, то есть, у меня вот этого нет. И просто буквально надулась и обиделась, что я, в общем, старинную подругу не поддержал, не поздравил фактически с днем рождения. Понятно. Ну, хорошо. А в компаниях пели, играли, да? В компаниях, конечно, все пели и играли. В
компаниях пели и играли. Я помню такой Миша Королёв, который сейчас фотограф, вот у него все собирались, и там впервые опробовала свой вокал никто иная, как Жанна Агузарова. Mm. Потому что я познакомился с ней в центре Москвы. Вот, это абсолютно был экзотический персонаж. Она не пела, она еще не знала, кем она станет. Угу. Вот у нее был какой-то краденый паспорт на имя Иваны Андерс. Она же у нас инопланетянка. Поэтому... Да, она говорила, что она. Ну, она уже как... тогда она говорила, да? Она гнала дико. Она показывала какой-то полароид, где она якобы с Дэвидом Боуи. Блин, очень похожи. И она, и Дэвид Боуи, не знаю, кто это, что было. В общем, все завороженно смотрели на этот полароид. Я ее пригласил вот к Мише Королёву. Вот, а он пел там. Mm-hmm. И вот, и как-то он все время говорил: ну что вы там не поете? И вдруг она вот это выдала свое. И там все просто отпали. А что она пела? Ну, что-то такое совершенно из такого репертуара, из русского, что-то такое, вот и про Стеньку Разина или про... Ну, своим вот этим уже... Да, вот этим безумным голосом. Я помню, как все затихли, и кто-то, я не помню, кто-то пробормотал, что человек вот по жизни-то не тем занимается, вот что ему петь надо. Да, и после этого она познакомилась с Артемием Троицким, и как-то вот у нее. Артемий ей, да, дал толчок? Вроде бы да, согласно легенде. Но вот впервые свой вокал, это она и сама не отрицает, вот был опробован в Хрущевке в Измайлово в квартире студента Михаила Королёва. Слушай, тебе еще писать не переписать вообще про все про это. Лучше что... не надо. Мне кажется, что... Ты каждый раз получаешь себе недругов. Очень многие будут недовольны. Очень многие будут недовольны, потому что вот в этой студии в качестве ведущего разговаривал со своим коллегой, который ведет на общественном телевидении России программу, и он говорил, что вот книжки предыдущие, вот это, да, где интервью с тобой есть, да. «Мушкетёры перестройки», были очень недовольны все наши бывшие коллеги, кто сейчас программу работает в ВТР. «Взгляд», да. И всех тех, кто ее делал. Да, и Анатолий Лысенко, и Лена Саркисян, и Сергей Ломакин, все меня всячески как бы проклинали. Поэтому... это, к сожалению, удел биографов и историков, потому что, а тем паче, если ты пишешь о временах, которые еще все помнят, то все читают правильную историю, ту, которую помнят они. Совершенно искренне причем. Абсолютно. Люди одни и те же события помнят абсолютно. Я был потрясен. Мы были с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым, по-моему, Сорокиной, она вела передачу про телевидение прошлых лет. И мы вспоминали про 12-й этаж. Да, ну да, культовый такой проект. Да, который я просто знаю, какую героическую роль сыграл Сагалаев в этой истории. Угу. Но он расскажет ее совершенно не так, как я ее помню. Да. И по последовательности событий он воспроизводит по-другому. Я сейчас даже не берусь описывать ни свое, ни его как бы видение. Версия. Да, потому что, ну, я был потрясен. Насколько, Эдуард Михайлович, по-другому все было, мой дорогой. Да. Это вы лично вот увидели и пошли через голову председателя комитета Лапина, ЦК КПСС, и там пропили. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Вот как мемуарист я сталкиваюсь постоянно, что люди искренне, без всякой корысти, без того, что они хотят переписать историю, не помнят каких-то вещей. Андрей Вадимович отрицает... какой-то смешной, с моей точки зрения, забавный факт, что у него дома жил пингвин, пингвиниха, ему подарили на Дальнем Востоке, вот за тех, кто в море, пингвиниху, я очень хорошо это помню, я помню, что рыбу ей присылали, что дико воняло у него там на Гагарина этой рыбы уже на личной клетке, когда приходили, этот лоток, где она стояла просто. Как можно забыть вот это? Непонятно. Вот, вот просто напрочь забыть? Он напрочь, он про удаву он помнит, там про какие-то... И он говорит, ну ладно, пусть это будет твой художественный вымысел. Я говорю, мать твою, ну нафига мне этот художественный... Он что он добавляет? Он что, как-то раскрывает... историю страны или историю машин времени по-другому, это просто какой-то, так сказать, прикольный факт, просто не помнит. Угу. И вот масса таких вещей, когда люди забывают, но это лучше, чтобы они что-то забывали, чем они помнили бы то, чего не было. Вот это вот весь вариант гораздо хуже. Ну, ты, на мой взгляд, избрал, в общем-то,
беспроигрышный вариант, потому что ты делаешь палитру взглядов, палитру воспоминаний. Да, без оценок стараешься. И, да. Ну, при том, при всем, что на тебя обижаются, я думаю, обижаются они, ну, надеюсь, просто чисто так эмоционально, и обиды проходят, потому что, ну, придраться-то не к чему. У тебя есть и эта точка зрения, и это воспоминание, и этот сказал, ну да, так помнят. И в этом, кстати, тоже есть некий интерес. С другой стороны, ты понимаешь, насколько же сама история уже неощутимо в реальности. История переписана, согласен, в реальности. Вань, вот история телевидения нашего, она в наших глазах переписана. Вот официальные трактовки очень многих событий, они... Я с этим абсолютно согласен. Мало того, я свидетель тоже живой, что называется, того, как забыта история той же программы «Время», где я имел честь работать, 1975 года. Еще до Сагалаева, когда Сагалаева там не было, ты ушел из программы «Время»? Я пришел времени, к Сагалаеву в молодежку. Молодежку, да. Нет, я работал как раз с тем человеком, который создал программу «Время», и он меня принимал на работу. И вот эта фигура совершенно несправедливо забыта и практически, ну, не вычеркнута, но, по крайней мере, не берется такой серьезный расчет. А это человек, который, собственно говоря, привел программу «Время» к государственной премии. И я там еще работал, когда программа «Время» получила государственную премию. И это был выдающийся совершенно человек. Юрий Александрович Летунов, создатель и программы «Маяк», один из, а вот программу «Время» он создал сам с нуля. Он сделал ее главной программой центрального телевидения. Это был красивый, с мальчишеским задорным голосом человек, таким звонким, с шевелюрой седых волос, который устраивал летучки, на которые сходилась там, ну, вся передовая часть телевидения, потому что он приглашал Константина Симонова. Летучки. Я помню, как приходил к нам на летучку Константин Симонов. В качестве кого? В качестве гостя, в качестве обозревателя, в качестве человека, который делился своими мнениями по поводу того, что он видел, как он относится к работе главной редакции информации, это называлось так, главная редакция информации. Вот. Анатолий Карпов, ну и там какая-то куча потрясающих людей, да. Вот. И он мог запустить стулом нерадивого редактора просто, да. Однако. И если тот допустил какую-то вот ляп, он просто, он был взрывной, но при этом грудью вставал, защищая своих перед высшим начальством. Угу, достойно. И всю вину брал на себя всегда. Это очень достойно. Никогда не говорил, что вот там этот, там то-то, то-то, то-то. Это я за это отвечаю. Поэтому он и умер от двух инфарктов, не дожив до 60 лет. Он получил первый, ушел в политобозреватели, и ему, как командиру большого корабля, заниматься просто вот такой вот советской пропагандой, тогда еще советской, естественно, да, было не в моготу. Он получил второй инфаркт, и вот я был один из тех, кто нес его в ГДРЗ, тогда было прощание. Вот, и я по групп жизни по-свой обязан этому человеку за то, что он разглядел во мне что-то, потому что мне потом уже рассказывали, это уже легенда моя, что Литон говорил, вот этого парнягу, типа, типа, ну, двигайте, да, и тогда двигали всех, там выросла Танька Меткова, Татьяна, да, мы пришли вместе практически, она чуть раньше, заставки ставили, вот, и вырос я через, я еще учился на третьем курсе всего университета заочно, я уже был редактором, по окончании университета я был старшим редактором. Когда я уходил к Сагалаеву, я был ответственным выпускающим программы «Время». Мне было 28 лет. То есть я нес ответственность за всю эту большую машину. Ну, конечно, там были инстанции там надо мной, но тем не менее. И меня только подкосило то, что стали умирать один за другим генсеки. Сначала Леонид Ильич, потом Черненко, потом Андропов. И это было уже вот, вот так вот. Потому что весь народ был перекручен, перекорёжен, и было непонятно, что происходит, и когда с одышкой Черненко говорил какие-то слова, это было уже вилы.
И вместе с Горбачевым я пришел в перестройку в 85-м году, да. И Сагалаев меня принял под свое крыло, увидев мой капустник, снятый там каким-то левым образом, понимаешь? Он разглядел тоже во мне что-то такое хулиганское, а это была самая хулиганская программа, вернее, редакция на центральном телевидении. И Эдик все время это стимулировал, подстегивал. Он ненавидел, когда люди там что-то несли такое тривиальное. Когда я поехал первый раз в зарубежную командировку, извини, что я про это рассказывал. Мне очень интересно. Мы с тобой как коллеги друг друга поймем. Первый раз мне было 33 года, я поехал сразу в 16 стран. Ого. Автобус шел такой комсомольский. И был послан туда в награду за свой 12 этаж, который сделал революцию по тем временам. Такую, вот. И я в награду был послан, значит, в эту командировку. Понимаю, что Сагалаев ждал от меня какого-то тоже смелого, как бы. Но я был не на уровне, потому что я был сметен новой информацией. Я не разглядел там в этой загранице ничего, кроме кайфа для себя. Хоть мы и жили там в каких-то студенческих гостиницах, но для меня это было просто, значит, я что-то там вякал, понимая, что мне нужно что-то политическое такое вякнуть, что-то такое вот. Но я не понял, короче говоря, что мне делать. И как ты профукал командировку от комсомолки мальчишкой, так я уже взрослым мужем профукал командировку. Сагалаев, конечно, посмотрел то, что я снял. Был разочарован, да? Было видно, что ему... Самое интересное было, что я там познакомился в Стокгольме с внуком Шкуро, атамана. Это единственное было как бы светлое пятно. И то меня местные наши же кураторы, которые с нами ездили, не пустили к нему. Почему? Сказали, что ты что, Шкуро, это враг советской власти. Ты кого собираешься пропагандировать? Это тогда было еще так. И я пригласил его к нам и снял интервью, но это было, конечно, не то. Это вот было единственное, что было. А все остальное было тривиальщина такая, короче говоря. Вот такая была история. Хотя молодежка всегда по всем статьям была революционной. И, кстати, «Машина времени» выступала у нас, тоже не показываемая еще на телевидении. Она выступала у нас, и вот. Новый поворот. Ага. Эта песня была впервые, ну, я думаю, что впервые на телевидении исполнена в программе «12 этаж». Угу. Кутиков тогда там зажигал, значит, да. Это же его. Да, это музыка его, да. Текст Макаревича. Да. Текст Макаревича. Ну, про музыку там Подгородецкий оспаривает авторство. Это... Да? Да, это очень такая история, запутанная с поворотом. Да у них там вообще-то много, я так понимаю, запутанных историй. Да, Петя до сих пор обижен, по-моему, на Макара. Ну, да, Подгородецкий. Кстати, у меня с ним тоже не сложились как бы вот, рабочие отношения. Да, ну, как у журналиста. Мне кажется, он очень сложный человек для. Мне кажется, такой милый парень. Ну, видимо, для компании, да. Но вот у меня с ним абсолютно не сложилось. Но я читал его книгу и читал в интервью. Он считает, что его по каким-то политическим мотивам слили из «Машины времени», что это было там пожелание. А политические вот какие? Вот, кстати, ну, сейчас да, витают эти мотивы, и даже, я знаю, у тебя они не последнее место занимают в шкале ценностей. Да. А у них-то что там могло быть политического? Якобы высказали пожелание вот Немцов, Чубайс и прочие, которые были друзьями «Машины времени», что Петя не должен быть... Что Петя ватник, типа? Ну, тогда не было так. Тогда мы условно говоря. Тогда еще как бы не было вот этого разделения. Хотя, насколько я знаю, что там просто, в общем, наркотики на самом деле. Боже. Полное отсутствие дисциплины, да. А об этом тоже есть в книжке? Немного. Я еще раз вам покажу эту книжку, мои дорогие друзья. Книжка называется просто и со вкусом «Машина времени. История группы».
Да. Он был очень недисциплинированным. Он вот, талантливый, бесспорно, с этим никто не спорит, но он подводил, он мог не приехать на репетицию, мог не приехать на гастроли. Чисто организационные какие-то. Да, и здесь я придерживаюсь точки зрения его бывших коллег, что просто, к сожалению, с ним невозможно было работать. Он, скажем так, не вписался окончательно. Да, ну, да, жалко, там... конечно, потому что он виртуозный, на мой взгляд, музыкант. Это да, он единственный с музыкальным образованием из всех машинистов. Единственный человек, у которого есть музыкальное образование. Единственный, кстати, кто и в армии служил, это тоже такая, кстати, деталь. Но говорят, что вот испытание кокаином он, увы, не прошел. Ну, в отсутствие не будем про это, тем паче никто ему не сыпал дорожки из нас. Ты сам-то в армии служил? А нет, но как бы все, у кого была военная кафедра, мы все лейтенанты запаса в советское время. Ты где, на журфаке? Нет, какой журфак? Меня документы никуда не брали, я же не был членом ВЛКСМ. У меня не приняли документы даже в институт, где работал, и до сих пор работает моя мама. То есть, ты до такой степени был бунтарем? Ну, я отказался вступать в ЛКСМ в то время. И мне дорога была закрыта во все высшие учебные заведения. А чем мотивировал, извини? Я вот был такой, наверное, глуповат был. Вот. Тогда мне казалось, что я бунтарь, а сейчас я понимаю, что надо было, в общем-то, это как-то... Так и куда тебя приняли в результате? Вот мне сказали, что мне нельзя... Мне не приняли документы в МГУ. На мехмат, куда я мечтал поступить. Именно по этой причине? Да, мне просто сказали, что мы ни комсомольцев не берем. В МАИ, где работает моя мама, сказала, мы готовим на космос людей, поэтому не член ВЛКСМ, просто приемной комиссии отказали в приеме документов. Так, так. Единственное, куда меня приняли, на матфак МГПИ имени Ленина. То есть педагогом с детьми заниматься, пожалуйста, ты можешь быть не комсомольцем, кем угодно, пожалуйста. Вот дети, это вот... Ну, ты это выбор сделал просто по ну, у меня больше не... Чтобы заниматься математикой, я мог только в педагогическом. А ты хотел заниматься математикой? Я хотел заниматься математикой, у меня мама математики, и я вот был совершенно уверен. А когда ты перековался в гуманитарию-то? Ну, как бы, папа у меня журналист был, папа у меня работал в «Комсомольской правде», и, вот, и поэтому я очень быстро, закончив вуз и отработав, как положено, в Госкомиздате вычислительном центре программистом, отработав, я устроился на работу в «Московский комсомолец», не будучи комсомольцем. Вот я до сих пор благодарен, что Паша Гусев меня взял в орган МГК и МК в ЛКСМ, не комсомольца. Фантастика. Да, он мне вообще всего один вопрос задал. Он спросил, пьешь? Вот, я соврал, сказал, что нет. Он так внимательно посмотрел, понял, что, в общем, наш человек и подписал заявление, потому что это был тот же самый 85-й год, когда ты пришел в молодежку. Это же время было антиалкогольной кампании, когда все боролись с употреблением алкоголя в журналистской среде. В общем, это было бороться очень сложно. И, кстати, когда мы ездили с машиной времени, о котором этом эпизоде не помнит Андрей, в ГЕРУ, в ГДР. Это был страшный сухой закон на нашей территории, страшный. И вот там мы отвязывались, в ГЕРе. Может быть, он поэтому не помнит, я не знаю. Он очень многих вещей не помнит, потому что он реально, он трудоголик и человек, у которого очень насыщенная жизнь, он просто не помнит огромное количество вещей с этим. Ну, это малозначимые для него просто вещи, поэтому он как бы их выкидывает из памяти, ну, наверное, правильно делает. Потому что но дело в том, что он же дискутирует, он же не говорит, что фиг его знает, может, было. Он говорит, нет, этого не было. Хотя остальные люди говорят, что было. Это опять же не про какие-то вещи, которые могут его скомпрометировать или как-то показать с какой-то стороны, а ну, просто какие-то вот бытовые детали. У него с этим, к сожалению, плохо, потому что с ним боятся очень спорить. С ним не связываются, потому что вот он все-таки. Никакие аргументы его не убеждают. Да, все-таки он диктатор, я убежден, при том, что он вот как бы галантный, как ты рассказываешь. И, в общем, он такой вот светоч отечественной интеллигенции. Но я уверен, что он на самом деле очень жесткий в работе человек. Очень такой вот добивающийся своего, и которого подсывают, в том числе и в издательствах, как выяснилось. Ну, в ГДР у меня есть просто неопровержимые доказательства, фотографии совместные, там,
При этом я тогда был начальником молодежной редакции, поэтому я стою в центре. Вот, и мы освещали эту замечательную поездку, этот прекрасный фестиваль молодежи и молодежи и студентов в германском городе Гера. И вот нам меняли по 500, можешь себе представить, по 500 рублей нам меняли, а тогда курс был за одну, за один рубль давали 3 марки. Восточных, да? Марки. Но это все равно это были гигантские деньги. Восточные. То есть 1500 марок, при том, что там порция выпивки стоила там одну марку, условно говоря, да? Мы просто были там родственники. Не знаю, что меряется. Вот не на джинсы, не на пластинки, а на выпивку. Но это меряется, вот потому это, что, потому вот что я правильно соотношу это с сухим законом, который был вот у нас. Правильно. Когда там было вообще бог весть что. К нам же в молодежную редакцию приходил сам Лигачев. Егор Кузьмич, да? Егор Кузьмич. Да. И нам вправлял мозги, это было очень забавно. В молодежную редакцию пришел. Он, не помню, был кандидатом или членом Политбюро ЦК КПСС, но это просто, ну, я не знаю, там. Вот эти Кузьмичи своими абсолютно глупыми запретами развалили страну в результате, потому что эти запреты, они были совершенно ничем не мотивированы, они были тупыми, и страна рухнула именно из-за этих Кузьмичей, я абсолютно убежден, а не из-за происков ЦРУ, не из-за машины времени и рок-н-ролла, как многие говорят, и не из-за передачи взгляд, как говорят другие. А именно из-за этих Кузьмичей. Причем в самом ЦК КПСС была масса продвинутых и передовых людей. Тот же Бовин работал там. Ну, он был консультантом, внутри. В общем-то, он, но, тем он менее, не был человеком, нет, который решает но вопросы. Там были даже, вот скажем так, заведующий, я не помню, как это называлось, сектором, да, курирующим средства массовой информации, был, по-моему, Владимир, его звали, Севрук. Помню, его жена Нина работала у нас в программе «Время» заместителя главного редактора. Потрясающая совершенно женщина, продвинутая по всем смыслам, во всем смысле этого слова, курящая такая, да, такая вот. Богемная. Да. А при этом их сын, Сережка, он работал у нас тоже помощником режиссера, потом поехал в Афганистан служить. И был там ранен, и очень серьезно. Он был на грани жизни и смерти. И, в общем-то, он рано ушел из жизни именно из-за этого. То есть, вот так вот, как бы тогда жила богема партийная, да, в том числе. И Севрук был очень передовой. И был там Аганов такой. Ну, так эти же ребята люди сделали. Как раз Аганов тогда, да, Эдуарду Михайловичу Сагалаеву и сказал: ребята, вы, конечно, хулиганы, но давайте вперед. Нет, ну естественно, что. И они были. Перестройка она сверху, да, делалась. Более продвинутые, конечно, чем вот средние начальники, которые пришли еще с тех вот железобетонных времен и стояли насмерть, не пуская там ни одного свежего вздоха. Вот. И мне интересно, что ты такой, в общем-то, бунтарь и борец, и прошедший так без комсомола свою юность, теперь практически топишь за, в общем-то, те ценности, которые тогда были нами для нас ценны и нами почитаемы. Например. Ну вот что значит, например? Какие-то Ну, та история, которую мы проходили, да, которую мы почитаем, вот я лично, да, тоже, да, да, до сей поры. А сегодня она пересматривается, перелистывается, искажается. Нет, я могу сказать, что для меня термин «победобесие», который использует, допустим, вот герой этой книги в отношении праздниц, связанных с Днем Победы, он мне кажется оскорбительным, потому что я не считаю, что праздник 9 мая не должен отмечаться или должен отмечаться как праздник какой-то только скорби. Типа вот буквально недавно я беседовал уже после выхода книги с Андреем Вадимовичем Макаревичем в своем телевизионном эфире, и вот он говорил, что сколько можно уже проводить парады, что уже пора как бы забыть, мы не имеем отношения к этому празднику. Я вот с этим, Иван, не могу согласиться. Я считаю, что
мы должны это праздновать, потому что это праздник. Потому что... Но я очень трепетно, кстати, отношусь, и я с тобой в этом смысле солидарен, например, к бессмертному полку. Да. Я прошел в нем со своими детьми, да. с внучками, с невесткой. Мы несли портреты наших родителей. Да. Вот. Поэтому, когда я читаю пост Вероники Долиной, что эта история постановочная, она пишет: я живу в центре, я все это вижу, свозятся на этих на автозаках, на автобусах, это постановочная история. Ну, вот я от очень многих слышу, так же, как ты, от тебя, что ты, эта ты история… Ты понимаешь, боюсь, что не... здесь есть две стороны в этой медали, так или иначе, потому что всегда найдутся люди, которые заорганизуют, всегда. Увы, это да. Всегда найдутся люди, которые воспользуются вот порывом масс. Своих корыстных интересов. Конечно. И они, собственно говоря, и испортят, что называется, общую картину. И для людей, тонко чувствующих, таким, каким является, например, Вероника, я ее обожаю, как вот поэтессу, как барда. Ну да, вот она увидела там наверняка что-то такое, что ее покоробило, и поспешила сказать об этом. Я, кстати, ей даже ответил. Не помню, что, когда ты видел мы, этот когда пост, мы писали, да, да это был как раз тот момент, когда я был там. Вот, и я сказал, так вот я вот иду, я переполнен чувствами. Ну, не знаю, читала она это или нет, но мы с ней, во-первых, дружим в Фейсбуке. Надеюсь, что да. И я к этому искренне очень отношусь. Я знаю, что сейчас вот мой друг, который затеял Международную ассоциацию блогеров, потрясающий героический парень, Назир Евлоев, ингуш, который боролся с бандитами в Ингушетии, на которого совершал множество покушений, и в конце концов оторвало ногу, его увезли в Германию, вот, выходили, вылечили. И он там остался, честно говоря, в Мюнхене он живет, но он вот сейчас, 4 мая, будет проводить акцию «Бессмертный полк» в Париже. То есть это, там-то нету тех самых, да, вот. Заорганизованных масс, туда же не будет никто привозить на автобусах. Я не знаю, типа, если почитать некоторых блогеров, то руки Кремля и кровавые Лубянки дотянутся куда угодно. Ну, понимаешь, поэтому, мой дорогой друг, ты не останавливайся на достигнутом. Пусть я будет и четвертое, и пятое, и прочее дыхание, ты давай пиши. Спасибо. Потому что то, что ты делаешь, это крайне важно. Это машина времени, которая вот сегодня нас вынесла на этот разговор, на эту орбиту, она же продолжается. И дай бог, во-первых, здоровья самому Андрею Вадимовичу и его группе, а во-вторых, всем тем людям, которые, собственно говоря, дышат этим, и которые помнят, и которых машина времени уже и в переносном смысле несет дальше, и, надеюсь, принесет каким-то светлым и правильным результатом, сказал он, глубоко задумавшись. Да, я уверен, что машина времени, даже когда ее слушать не будут как коллектив, она будет помниться как некое явление совершенно культурологическое в нашей жизни. Абсолютно прорывное. Может быть, не в музыкальном аспекте, я не музыковед. Нет, по-своему, в музыкальном, конечно же, потому что все равно она своеобразная, своеобычная, крайне талантливая. Ну, на мой взгляд, навеки подростковая такая группа. Ну, это же прекрасно. Это мое такое ощущение. Хорошо. Это хорошо, действительно, да. Потому что всегда есть свежесть, такая вот. Какая-то подростковый максимализм. Правда же, это как бы. Я не знаю, что для тебя сейчас машина времени? Для меня машина времени — это такой вот нерукотворный памятник моей юности. Вот и, собственно говоря, это есть нерукотворный памятник нам всем. И спасибо, Андрей Вадимович, тебе и спасибо тебе, дорогой. Мы и Женя Додолев за эту книгу, за твою работу. И давай шуруй дальше. Спасибо. Будем с удовольствием читать и сохранять память обо всем. И дышать. Да, и спасибо. Спасибо всем, кто был с нами. Я прощаюсь с вами до следующего понедельника. Как говорят у нас в программе «Третье дыхание», понедельник – это день надежды. Спасибо.